Любой пингвин однажды может решить, что достало, а до Нового года еще надо дожить. Да, Павлович, ну тихо. Все нормально, Павлович. Все хорошо. Чего? А-а-а! Праздник не приходится, даже Новый год, а не наступит по часам. Вот такой компот. А компоту нужно что? Водочки, графин. И не испортит Новый год нам никакой пингвин. Здесь главное начать, главное начать. Хоть что-то отмечать, что-то отмечать. В гости к нам спешит. Праздник — это состояние анашинской души или состояние тела. Тут какой случай, пока жизнь не пролетела. Простите, пожалуйста, вы пингвин не видите случайно? Видел у биржи. Ага, а если я туда пойду, там будет биржа? Даже если не пойдете, она там будет. Что-то отмечать. Видео бесхозного пингвина, разгуливающего по Санкт-Петербургу, взбудоражило горожан и защитников живой природы. Главное начать, главное начать. Хоть чего-то отмечать, хоть чего-то отмечать. Ведь главное начать, главное начать. Хоть чего-то отмечать, хоть чего-то отмечать.